И сегодня, в день рождения партии «Единая Россия», во всех региональных общественных приемных прошел очередной прием граждан. В Чувашии обращение принимали депутат Госдумы Руслан Тихонов, сенатор Совета Федерации Галина Николаева, глава Чебоксар Леонид Черкесов, депутаты. Присаживайтесь. Здравствуйте. Знакомься. Проблема у меня такая. Я бывший генеральный директор одного из предприятий города. А предприятие какое было? Предприятие было завод «Чебоксары Газавтосервис». И была у нас агрофирма в Урманском районе. Проблемы, с которыми люди обращаются практически во все общественные приемные, схожи. Трудности с ЖКХ, сложности с предоставлением жилья, оказание медицинской помощи. Многие вопросы разрешаются в ходе приема. Степень разрешаемости обращений в среднем 36%. За этот год, в течение года, где-то обращается к нам 1300-1400 человек. Их ежемесячно где-то получается не менее 100-120 человек. Дорогу люди знают, сюда приходят. Каждый гражданин может обратиться сюда в любое время. Мы работаем каждый день. Поэтому ежедневно к нам приходит не менее 15-20-25 человек. По всем вопросам. Геннадий Михайлов обращается в общественную приемную уже в третий раз. В его родной деревне было довольно много проблем. Это и старый развалившийся магазин, и отсутствие асфальтированной дороги до трассы. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Нам в прошлом году построили новый магазин райповский. В прошлом году начали строительство автомобильной дороги асфальтовым покрытием. Нынче завершили. Строительство сдали дорогу, и даже в нашей деревне начал ходить маршрутный автобус. Сегодня Геннадий Михайлович вновь обратился в приемную. Вот уже 15 лет одна из улиц его деревни изолирована от всего населенного пункта. Причина тому – отсутствие моста. И жителям этой улицы приходится ходить в магазин аж в соседнюю деревню. В общественной приемной обещали помочь пенсионеру. Кстати, все желающие могут обращаться в приемную по вторникам, средам и четвергам с 10 до 18 часов. А депутаты, в свою очередь, стараются помочь жителям республики решить их проблемы, консультируют по различным вопросам и помогают правильно оформить обращение в компетентные органы. Юлия Важенина, Расиль Мухаметов, Республика.